С Международным женским днем прекрасную половину человечества поздравили члены российского движения детей и молодежи. Активисты общественной организации «Школьники городского округа Люберцы» провели праздничный флешмоб для самых милых Подмосковья. В акции приняли участие воспитанники 8 образовательных учреждений. Дети исполнили зажигательные танцы, после чего вручили виновницам торжества открытки, сделанные собственными руками, и цветы.